Земля, 2451 год. Люди исчерпали все ресурсы из Земли, люди начали извлекать энергию из ядра, затем ядро становилось нестабильным, люди отправились изучать Марс, потом люди нашли на Марсе редкий материал, под названием Поварит-322, материал имел великую энергию, которую человечество еще никогда не могло получить. Они сделали портал, который может отправить на любые потенциально обитаемые экзопланеты, но на Земле был человек, который создал биоробота по имени Жакей, который был послан на Землю. Еще давно, в 2021 году, он был бессмертен, он не мог постареть, но он может умереть. Ученые решили использовать его в качестве теста, и он шагнул в портал.